Когда? Подожди, я сейчас голубь покажу. Как падают, будем снимать? Нет, не будем, потому что у меня не падают. Так, на зайке у меня рысью ездили, нет пока? Тогда сейчас они будут серединку шагать. Начнем рысью. Стремена длинные, делаем короче. Чуть-чуть короче на одну дырочку. Нет. Стой. Что? Идем сюда, что вы там отвернулись, полиция? Так, нормально. Стой. Я тебя по шее дам. Дина, можно я в следующий раз буду девушкам помогать залазить? Мне процедура понравилась. Процедура в корне неверна. Что? Процедура в корне неверна. Пускай вступит. Ну я с неверной процедурой. Ручки вместе, села прямо, поехали. Зайка, встаем на стеночку. Вот, молодцы, только сидеть. Давить. Давить не надо. Не, какой конюх? Пусть сам пишет расписку. Дим, ну, ё-моё, ну, это Дим. Дим. Алло, Серёж, тут рядом стоит, говорит, пусть пишет только на этот самый, на облегчение. Кристин! Попроси убрать этот самый котик, что нам освободит. Так, солнышко поехало. Так, пяточку вниз на малышке. Неправильно, сидим опять неправильно. Так,
Зайка, идем ко мне, сейчас рысью поедем на аккорде. Да, тут мягко падать, тут все грязно. На вас внимание почти не обращает. Thank you.
Нет. Он себя со стороны посмотрел, как он делает неправильно. Понимаешь, в чем дело? Свободно. Еще раз, никуда не поводим. Пошагай немножечко чуть-чуть, 2-3 минуты. Значит, выходим на длинную сторону, не торопимся, то, что я говорю, собираем на коротенькой рысе. И потихонечку, чтобы мы никуда сломя голову не понеслись, ручки вниз и вниз. Момент посыла на себя, не дергай. Все. Ну ты же видишь, сейчас отлично, ровненько держишь. Все, мягенько. Все, спокойно. Слушай, а хоть в конце можно будет пустить лошадь в галоп, чтобы... Да, я могу тебе пустить ее в галоп. И мы снимем их лица. Нет, их мы в галоп не будем пускать. Так, она... Крыши перекладываем. Ну все, это шлепнули, я тебя слушаю. Далеко поехали. Да, все. Ну давай, давай. Ну что, малыш, рысь. Правый повод не бросаем, и не должен быть висеть. Вместе, вышки вместе. Поводочек не бросаем. Так. Вот, молодцы. Молодцы, давай. Вокруг меня, вокруг меня. Нюх. Молодцы. По прямой подъем крыс, а потом не закрасить. Когда посылаем, поводочек на себя не дергаем. Сели прямо, вперед нагибаться не надо. Когда? Подожди, я сейчас галоп покажу. Дим, ты некрасиво залазишь. Дай девушке залезть. Сейчас она залезет. Я галоп тебе покажу. С падением? Вот реально, да? Правда, с вами она мало работала. В основном с начальником. Не надо задницу Дины фотографировать. Ничего классного. А зачем вам галоп показывать? Вы что, галопник? О. Ты ее ко мне не подводи, я ее боюсь. Ладно, классная вещь. Дело в том, что Дина показала, как надо обучающимся помогать садиться на лошадь. Сама. Да ладно. Не надо фотографировать. Ну какой смысл? Мало, не привыкла. Лошадка молодая.